Здравствуйте, 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 дорогие друзья! Привет всем поклонникам и любителям футбола! Добро пожаловать в Нижнекамск на стадион «Нефтехимик». Восьмой тур «Мелбет» первой лиги. Нижнекамский «Нефтехимик» на родном стадионе принимает «Шинник» из славного города Ярославля. Хубаев, Барсов есть слева. Хубаев технично, Хубаев удар и тащит. Решил усложнить Давид Хубаев. Смотрите, как здорово убрал мяч и сразу пробил. «Шинник» идет вперед. Неплохо здесь на коротке разорвали. Сразу в штрафную. Нанес удар головой. Обухов! Обухов отправляет мяч туда в угол. Давайте еще раз посмотрим вновь подача Семенова. Гангапшев роскошно пробил, но как? Лидия, нет, решил смещаться в центр. Подключил Хубаева. Хубаев дальше на Берникова. Алексей, ложный замах под левую. Удар низом. Подправить бы кому-нибудь удар и гол! Вагиз Галиуллин вколачивает мяч. Капитана в этом моменте. Ну как же и Берников, да, здорово сыграл. Ложный замах. Удар это был поворотом. Удар это был. И вот здесь как раз таки в этой суете Вагиз Галиуллин великолепно, великолепно вколотил туда верхнюю девятку без шансов. В числе лидеров москвичев здесь можно забрасывать туда вперед. Там как раз таки свеженький Школик на скорости. Школик, Риша, Игорь, момент. Удар и тащит Михаил Филиппов. Нижнекамская пружина. Школик красиво здесь пытался перебросить. Идут ярославцы вперед. Большими силами заброс штрафную. Отскок Соколов. Обухов! И здесь Обухов! Обухова, давайте посмотрим здесь момент. Подача в штрафную. Вот здесь классно отбросили на Соколову. Как же пробил Соколов? Правильно все. Даже не думал. Калугин и свисток. Победа! Нижнекамского «Нефтехимика». Невероятно нервный матч.